Эта работа называется «Несущий свой крест». Каждый человек в жизни проходит этапы. На этой работе видно два креста. Первый этап, как бы, я уже прошла. Сейчас я прохожу первый тяжелый этап своей жизни. Очень сложно об этом говорить, но я думаю, картина сказала достаточно хорошо. На заднем фоне есть толпа людей, которая бичует, с другой стороны прославляет. То есть всегда есть люди, которые осуждают, есть люди, которые поддерживают, и есть люди, которые готовы подставить тебе подножку. Спасибо.